Здравствуйте, меня зовут Рудановская Любовь Ростиславовна, мне 45 лет, я из города Владивостока. Ранее работала в системе МВД, более 20 лет проработала, ушла в отставку по выслуге лет. Совершенно осознанно решила сменить деятельность свою и пойти туда и учиться как бы там, где я еще себя не пробовала. Пришла да, на встречу. Сразу, что меня заинтересовало, это путешествия, потому что я очень люблю путешествовать, но предыдущая работа не позволяла мне это делать, так скажем, достаточно регулярно. И, конечно же, доход. Не секрет, все мы куда-то идем работать за каким-то доходом. Да? Впоследствии я познакомилась с продукцией компании, которая мне, собственно говоря, принесла результат. В подростковом возрасте меня задавали такой вопрос: если бы у меня был миллион, что бы я сделала? Миллион рублей имеется в виду. И я тогда еще, не задумываясь, сказала, я бы путешествовала. Путешествовать, познавать мир мне нужно. Я таким образом развиваюсь, так скажем. И духовно, и морально, и физически я все время двигаюсь. Это, движение – это жизнь. Для меня это жизнь. Вот. Поэтому это вот у меня такая одна большая цель, скажем, самая главная, одна из целей. Вот. Сын у меня сейчас доучивается, ему понравилась тоже компания, он мечтает в ней работать, поэтому жду, пока он закончит свою учебу, и он присоединится к маме, то есть ко мне. Вот. Поэтому, надеюсь, будем дальше развиваться и работать в этом направлении. Всем спасибо!